Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот о чем расскажет журналисты печатного издания. Из свежего выпуска «Вечерки» горожане узнают, в каких мероприятиях можно будет принять участие в праздничные дни, как и когда в нынешнем году пройдет военный парад, где и во сколько прогремит праздничный салют. О чем писали мурманские газеты «Победные» весной 1945 года. Когда жителям города запретили высаживать на газонах и в скверах картофель, какой спектакль первым увидели горожане и почему у многих домов на одноименных улицах были одни и те же номера. Выпуск 1941 года. Такова тема так называемой «живой картинки», которая будет показана в Мурманске после парада в честь Дня Победы. Где и во сколько начнется этот интерактивный спектакль из жизни военного города, читайте в свежей вечерке.